Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Дарю. Я сегодня буду играть за персонажа, который очень сильно похож на того персонажа, который мне очень сильно нравится. На Нуб Смока из Mortal Kombat Deception в Mortal Kombat Project. Ну, точно такой же костюм у него, но чуть-чуть отличаются приемы. У него также отсутствует тот неприятный баг, который был у Нуб Смока. Ну, когда первый раунд хорошо проходил, а второй раунд только через по таймеру можно было выиграть. Вот, этого бага нет, так что будет намного проще с этим делом. Намного смотрибельнее будет. Вот. Я с удовольствием сыграю за этого персонажа. Буду играть, скорее всего, от первого игрока, потому что когда я играл за второго игрока с комментариями за кошмар. Ну, конечно, там чуть-чуть голос подделал, чтобы звучало более так устрашающе, как будто я рассказываю около костра кошмарные истории какие-нибудь страшные. Ну, здесь я более-менее буду разговаривать по-нормальному. И сейчас буду проходить за персонажа. Надеюсь, то, что вам понравится, надеюсь, то, что я пройду игру. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Запись пошла. Мидуэй представляет жизнь гуру. 2000 лет человек подобный дракон гуру. Он был лучшим из лучших на протяжении 500 лет и завоевывал титул великого чемпиона, победив монаха Кун Лао. И в этот период многие были уничтожены на турнире Шансун. 500 лет назад Шансун был выслан к земному царству. С помощью гуру он должен был победить на турнире Шао и обречь планету на хаос. Захватывая контроль над турниром, он попытался создать хаос. Лишь 7 бойцов пережили турнир, и Шансун был уничтожен. Будучи приговорен к смертной казни за его провал и смерть гуру, Шансун убеждает Шаокана предоставить ему второй шанс. Новый план Шансунга должен был завести его врагов во внешний мир, где они будут уничтожены от руки Шаокана. Лю Кэн победил Шаокана в смертельной битве. Но Шаокан не сдался. Вы были выбраны, чтобы представить землю в смертельной битве. Хотя ваши души защищены против зла Шаокана, вашей жизни нет. Я не смогу вам помочь. Но ваша земля сейчас управляется богами, слава Рейдена. После победы в смертельной битве, Лю Кэн, смотря в будущее, начинает обучение нового поколения монахов вместе с Кун Лао. Но ничто не могло подготовить их к неожиданному вторжению во внешний мир. В течение многих столетий Земля использовала смертных, чтобы защитить мир от императора Шаокана. Шаокан расстраивается неудавшимся попыткам взять эти дни через турнир, и он предписывает план, который начался 10 тысяч лет тому назад. В то время Шаокан была королевой, ее звали Синдал. Ее смерть была неожиданна. Священники Шаокана сделали так, что дух Синдал когда-нибудь будет рождена заново, но не в мире, а в земном царстве. Этот безобразный акт дает Шаокану власть открыть врата и исправить ее королеву. Таким образом, позволяя ему, наконец, захватить земное царство. После нарушения открытия врат, Шаокан начинает медленное слияние миров. Шаокан лишает Земли всей человеческой жизни, забирая каждую душу. Но есть души, которые не может взять Шаокан. Эти души принадлежат воинам, выбранным, чтобы сразиться в смертельном бою. Оставшиеся люди были рассеяны через планету. Шаокан посылает армию жестоких воинов, чтобы найти и устранить их. Прошу прощения. Смертельная битва продолжится. А, сейчас хватит продолжить смертельный бой.
Так, играем от первого игрока. Опции. Ну, пусть 4 будет. Я не особо его тренировал. При выборе персонажа он обычно за второго игрока, самый первый. Здесь стейдж фатальца можно выполнить. Да. Есть еще такое. Что-то он назад не вернулся. Странно. Что-то все блокирует и блокирует так. Надеюсь, то, что меня будет хорошо слышно. Ну, я специально от первого игрока играю, чтобы... Не знаю, звук... Так. Молодец, что сопротивляется. Сейчас один удар, и может стейдж фатальти выполнить. Ну, давай. Так. Ладно, хорошо, сделали первый фатальти. Эрмак. Мне, помнится, Nest Games написал, что здесь красивые задние фоны. С ним не спорю, совершенно верно. Разве это не красиво? Закат или рассвет. Гора. Кстати, здесь очень сильно похоже из фильма Mortal Kombat Movie. Взято, скорее всего. Там как раз корабль тот стоял. Призрачный. В виде дракона. Что-то музыка. Сейчас пугает меня эта музыка, конечно. Ничего себе. Сделал фатальти. Пауза. Продолжим. Так, Shift F12. Так. Sub-Zero. Насчет фонов. Красивый фон, красивая музыка. Блин, схватил и заморозился. Заморозка все-таки сильнее, чем... Ну опять, ну блин. Sub-Zero Mortal Kombat 4, он уступает, чем... Он не такой сильный. Он, конечно, хороший. Блин, ну что за персонаж такой интересный? Sub-Zero. Не дает ничего сделать. И опять я попался под эту ерунду. Ну конечно, то, что фатальти сделал. Это было круто. Я боюсь, что если я продолжу, правда, с Руби это
как-то прокатило. Но здесь, я думаю, это может не прокатить. Если я заново продолжу, то может меня уничтожить. Опять Sub-Zero. Ну, надеюсь, это поспокойнее будет хоть. Правда, как я фаталити сделал, я вообще, я не знаю, как это сделал его. Опять. Вот Sub-Zero, видимо, здесь это главный враг. Смока. Не успел. Сейчас бы закончить этот Sub-Zero, чтобы не особо меня так. Как я это сделал вообще? Вперед, вниз, вперед, что ли? Круто. На самом деле фаталити не было написано в мувилисте на Смока. Было только написано бруталити. Ну опять из Sub-Zero, конечно. Sub-Zero, что-то я его побаиваю здесь. Из-за того персонажа, с которого играю. Так. Вроде на хорошем расстоянии был. Так. Успел. На самом деле я просто подошел и низ хай-панч сделал. Не хай-панч, а лов-панч. Это не апперкот был. Я не знаю, как он так сработал. Опять эта музыка. Блин, опять эти гидры. Ну да. Sub-Zero опять. Тот, кого я боюсь, тот и... Ну, хоть так, ладно. Кого я боюсь, тот... И мой враг. Ладно, хорошо. На ТТ. Комбинировать, что ли? Ай-яй-яй, зря перелетел. Ай-яй-яй, зря телепорт сделал с ударом. Наверное, на хорошем расстоянии как раз был. Ну, чуть-чуть не успел. Рано он поднялся. Как я сделал? То ли назад. Вообще непонятно. Вот
У меня такое же ощущение, дежавю, как будто я играл за Ночного Волка Mortal Kombat Special Edition. Компьютер знает, кого выбирать. И вот, одни Sub-Zero у меня. И вот, когда я играл за того персонажа, за Ночного Волка, когда я играл, там тоже я не знал фаталити, не было прописано за того, ну, за того Ночного Волка, за которого я играл, не было написано фаталити. И вот, и как-то случайно получалось, а как получилось? Муви-листа не было. Special Edition. Назад-назад получается, назад. Муви-листа не было. Ну, когда смотрел в самом файле персонажа КМД, ЦМД, у него не было, а вот как раз и Ночной Волк, вспомнили, вот и оно. Не знаю, мне как-то сложновато было играть за него, как компьютер будет играть. Вот. Там как раз не было фаталити, где надпись фаталити, ну, добивание всякие, фаталити, френдшипы, анималити, ни одного этого не было, прием написано. А как он выполнил фаталити с отрыванием томагавка головы, вообще непонятно. То ли вперед-вперед и нажимал на близком расстоянии, то ли во время бега. И у меня примерно такое же ощущение, играя за Смока, что вот назад. Ого, какая поза гордая была у Night Wolf, когда снесли ему голову. Это фаталити, она из оригинала Mortal Kombat Смока. Опять эти Sub-Zero тоже интересно получилось. Я компьютер просто знает, кого мне представить, чтобы я проигрывал, чтобы я плохо играл, кого я боюсь больше всего. Ну, посмотрим. Хотел блок поставить. Вот это, не, ага, получилось. Но не всегда, видимо, получается. Мелина. Надеюсь, то, что меня слышно будет. Я... У меня слишком громко, конечно, тут звуки игры. Но
Тогда я, когда... Так, ничего себе, она заблокировалась. На заднем фоне падают грешники, в адское пламя Скорпион. Скорпион со своими. Выглядит тоже ужасно, как будто он мутировал, как из X-Men. Ну, крипово выглядит, в общем, крипово. Поклеще, чем кошмар. Возможно, это и есть кошмар. Попробую ей точно такой же фаталити сделать. Чтобы эту фаталити сделать, тоже на расстоянии прыжка Смок должен нажимать, если я правильно помню, по-моему, блок-блок, бег-бег и хайки, если я правильно помню. Хотя могу и ошибаться. Я давно уже не играл. Когда в трилогию играл, я выполнял фаталити. Но я могу ссылку дать, ну, в описании. Ну, зря, конечно. Он и так уже был мертв. Янтарного цвета задний фон. Что-то стал заглядывать задние фоны. Немножко чуть-чуть поменял. Ну, я имею в виду, я хотел другую комбо сделать, а такое ощущение, как будто я уже давно его убил, этого Тремора. Кстати, он здесь покруче будет, по-моему, чем... А не этот обычный Тремор, он не такой интересный. В ультиматовской версии он покруче будет. Тремор из МК3 я вначале думал с комментариями за него проходить, но посмотрел, какой он из себя. И как раз решил пройти за Харнбакла с комментариями. Мне потому что Харнбакл кажется даже интереснее, чем, ну, из серии Mortal Kombat 3 данный Project. Мне даже кажется интереснее. А Тремор из The Cap... А че я нажимаю? А вот-вот. Я перепутал клавиши. Все-таки непривычно играть за первого игрока. Чуть-чуть не совсем доделал комбу. Так, это вот так комба должна была быть. Ну, я здесь проиграл. Случайно нажал на пустую клавишу. Ну, где ни одного приема не... Есть же такие ячейки, которые не предназначены, ну, не назначены клавиши для игры.
Вот в такую пустую клавишу нажал как раз на клавиатуре от первого игрока. Я от второго игрока обычно играю, от второго игрока пора телепортироваться, а то слишком она. Добивать не будем. Китана тогда написал Несген, что довольно динамично сыграл за нее. Но она мой любимый персонаж. Я, как говорится, старался. Вот здесь чуть-чуть различные есть. Это Noob Smoke, а это Noob. Вот-вот. Сейчас узнаем, каково их различие. Они очень сильно похожи и внешне. Вот здесь просто он другую маску взял. Вторую, наверное. Я не смотрел. На самом деле у него тоже черный костюм, красные глаза и серый. Ну, если первый костюм будет. Здесь надо телепортироваться, что-то делать. Ну, блин, телепорт. Что-то телепорт не спас, не получился. Хотел мне сделать красный фиолетовый шар этот. А на близком расстоянии он не работает, видимо. А не так. Ужас. Та же самая ерунда, что с персонажем Classic Blaze. Ну, я видео оставил, короткое видео. Можете тоже посмотреть, я ссылку в описании оставлю. И на это видео тоже. Зря прыгнул. Не, мне нравится, что его разработчики не так сильно поменяли, этого смока. В принципе, он такой же смок. Вот этот прием, как у смока. Alright. Ничего себе, я наоборот думал, что я выиграю. Вроде стал миксовать. Ладно, буду аккуратнее. Все-таки неохота. Блин, не успел гарпун. Телепорт хотел сделать. Все, мне... Я проиграл. Да. Но здесь не так страшно проигрывать. Ладно. Второй костюм. А, я же от первого игрока. Так, второй костюм. 7 минут до конца записи. Так. Точно такой же костюм. Вообще надо поаккуратнее здесь. Все-таки не надо ломиться. Блин, ну...
Странно, что ему не попадает бумеранг. Странно опять, вот тоже. Надо телепортнуться. Блин, я телепортируюсь. Компьютер не посчитал, что я телепортировался. Да, захват. Через блок делается. Странно, не схватил. Обычно захват впереди бывает. Здесь кому не закончил. Я в опасном положении. Опасный момент, как говорят. А сейчас что? Следующий будет Brutality. 5 минут до конца записи. Показывает кого-то батарейки мало, хотя вроде я его заряжал. Ну, видимо, ресурсы кончаются у батарейки. Все-таки много комментариев снял при помощи этого фотоаппарата. Так, надо было заблокировать. Давай, прыгай. Так. Через блок. Ага, все. Ну, я его попробую. Как-то надо все равно завис. Только перестал прыгать и сразу шансон Люкена показал. Так. Хотел сменить тактику и сразу он телепортнулся. Brutality. Ладно, сделаю паузу. Пауза. 6-12 пауза. Продолжим. Так. Самый сложный боец сейчас будет Рейден. Так. Здесь, наверное, потише сделаю звук, потому что он мне на самом деле отвлекает этот звук. Один раунд проигран. Ладно. С Рейденом шутить плохо. Особенно с первой части. Постараемся аккуратно как-то. Странно, вроде он должен был попасть. Компания закончена.
А он не дает закончить. Так. Что-то он не ударился, должен был ударить. И здесь тоже что-то не ударил. Еще раз попробую. А может быть из-за того, что он заблокировал. Так. Ну ладно, первый бой это... После перерыва, конечно. Тем более Рейтон первый это вообще... Кто его только придумал такого хорошего, так. Третий костюм. Сейчас аккуратнее. О, чуть-чуть изменился, потемнел. Так. Хайп-панчами. Почти на земле был, когда я его в воздухе схватил. Так. Молния промахнулась. Ну, я тоже промахнулся. То ли он, да, он блокирует, поэтому не получается удары делать. Ладно, учтем. У него жизни побольше у Рейдена. Так что мне ошибаться не надо. Нельзя ошибаться мне. Чем стал? Медленная комба была какая-то. Почти добил, почти. Просто я подумал, что телепорт давно не делал. Да, Рейден, конечно, усилили его. И жизнь сколько у него. Ну, может быть, он сам по себе не такой уж сильный, поэтому его так сделали. Я не знаю, о чем думали разработчики, когда его таким делали. И попробую такой же фаталити. Назад-назад, видимо, фаталити. Хотя в мови-листе его не писали. Написали только на бруталити. Вот в процессе игры только узнал, что есть, оказывается, фаталити. И меня порадовала фаталити, она
оригинально из смока. У смока точно такой же фаталити. Не зря его назвали смок. В принципе, он, да, и по приемам полностью смок. Можно, например, как вот сейчас хотел сделать камбу, как у Нуб Сайбота. У него есть камба и как у Нуб Сайбота, короткая камба, лавпанчами. И прием как у что-то не то сделал. Вот мог сделать комбу эту показать и что-то сделал назад случайно. Поэтому комба не вышла. Блин, поймать его хочу. Вот. Комба как у... Надо ли кобу? Решил просто не добивать, его, потому что не особо охота его добивать. Ну, погромче музыку сделаем. Все-таки раздражающий звук этот ушел, пропал. Все-таки прошел эту игру за... Ну, не игру уж. Этот стейдж, где стоит такая вот заставка музыкальная, не совсем приятная. Успел заблокировать. Заморозил. Они почти похожи, вот эти вот, что гарпун, что бумеранг, у них одинаковые почти. Вниз-назад лофт-панч и назад-назад лофт-панч. Между ними не особо большая разница. Ну, разница есть уж. Не скажу, что небольшая. Вот сейчас я просто знал, что я делаю бумеранг. Разница есть. Ну, просто когда не особо внимательно с приемами, бывает такое, что... Зря телепортнулся. Ну, телепорт я хотел сделать, не получилось. Сейчас я проиграю за это. Хотя могу и выиграть, потому что у него хочу сделать фаталити. У него жизнь просто быстро кончается из-за этого.
даже если у меня мало жизни остается, все-таки есть шанс как-то изменить ход боя. Ай, блин, телепорт. Бедный телепорт мой. Так. Я думал, буду... Хоть шанс будет у меня, что я в воздухе, что не попадет гарпун. Так. Комбо от Нубсайбота. Блин. Сейчас я зря. Я думал вперед сделать. И гарпун засунуть. Гарпун не успел. Сейчас уже не гарпун будет, а просто... А вот это помогает. Ладно. Было немного нервно. Ботаро. Здесь более приятная музыка из Mortal Kombat микса. Immortal, по-моему, как это называется, группа. Немного непривычно, конечно, что полоска жизни располагается на моей стороне, привычной, на правой. У моего соперника, врага. Да вообще непривычно, когда привык к одной раскладке клавиатуры, к тому, что в основном играю за номерные клавиши и стрелки направления, а тут приходится... Тоже микс Immortal, скорее всего. Из муви фильма Mortal Kombat. Ладно, телепортироваться буду. Долго вставал. Неудачно. Ну, блин, я видел, что он подбегает и ногами своими допинывает. Я это видел, но, блин, не успел блок поставить.
маленькая комба от смока. Не смока, а ну смок сайбака. Потише музыку, чтобы не так. Мне кажется, кого-то меня не слышно. Насколько я помню, захват нельзя делать в воздухе под боссов. Я вообще телепорт пытался сделать. Я уже испугался, думал, все. Блин, я телепорт пытался сделать, так. Все, умер. Ну, в принципе, да. Умер. Четвертый костюм сейчас будет. Ну, не знаю, как я буду справляться с Кентаро. Так, четвертый костюм. Что-то звука нет. Мог и успеть гарпун сделать. Не успел. Как раз только до земли. Ой-ой. Как-то его надо схватить с комбой, мне кажется. Слишком долго просто его убивать. Без комбы слишком долго. Такое ощущение, как будто с Рейденом опять дерусь. Ну-ка, сядь, так. Телепорт. Не успел телепорт сделать. Далеко был. А вот же еще. Когда он пытается встать. Буду пользоваться им. Так. Сейчас я понял, как побеждать гуру. Здесь основное будет не телепорт. Блин, не то дело. Сейчас. То ли расстояние не позволяет. Вроде получалось до этого. Бумерангом. Так. Да. И такое ощущение, как будто бумеранг через него проходил. Сейчас так он нормально сработал. Фаталити выполнен. 7 минут до конца записи. Кентаро.
Попробуем. Ай, блин. Сейчас надо. Ну, таким же способом, как с гуру. Но в отличие от гуру, он может не прокатить. Да, потому что он у гуру. Гуру меньше жизни отнимает, чем Кентару. Но я еще первый эти. В начале. Блин. Не всегда срабатывает то, что я нажимаю. Ничего себе, долго лежал он. Ну давай, давай, чин придумай. Только апперкотами. Вообще-то можно было бы и гарпуном. Я совершенно забыл, что можно и гарпуном. Попробовать через гарпун. Но не сейчас, конечно. Блин, попасть бы этим гарпуном, конечно. Пытался сделать вот это вот. Ну, я тут немножко отстал. Так. Да будет у меня гарпун или нет? Случайно сделал фатальти. Пытался опять гарпун сделать назад-назад. И лофт-панч. Ну ладно. Дымится. Место, где смог, должен быть. Я зря прыгнул. Так. Недоконченная комба. А я же еще так могу. Но все равно не успевает. Гарпун слишком быстрый. Не гарпун, а бумеранг. Ну, я тут проиграл. Интересно, что он сказал. Истечек тест. Как мне показалось. Зря, конечно, я пытаюсь прыгнуть. И гарпун зря пытаюсь сделать. Well done. Да-да-да. Ну и сейчас закончим потихоньку. Интересно. Жизнь чуть-чуть.
чуть-чуть погромче сделал. Ай, блин. Не ожидал, что... Блин. Все, я проиграл. Пусть убивает. Две минуты до конца записи. Так, рисковать. Вот, заново запись начал. Так. Продолжить. Да, продолжить. Пятый костюм. Я не помню, сколько раз я умирал. Но мне кажется, что это пятый должен быть. Он все время одно и то же начинает. Надо будет как-то привыкнуть, что он начинает комбо обычно. Ну не комбо, а свой прием с теневого удара вверх. Ничего себе, давно он так не делал. Ну я рискнул. Я рискнул. Так. Странно. Чё он когда... Я стою нормально. Он пытается сделать теневой удар непонятно. Но это глупо было с моей стороны. Гарпун пускать. Блин, когда я прыгаю, он знает, что делать. Ну ладно. Кстати, пятый костюм такой же, как и первый. Третий костюм вроде был черный, как у Нобсайбота. Ну давай. Ничего себе, поймал даже. Я уже надеялся, что еще раз поймаю. Через него как-то перелетел. Медленная комба. Схватить смогу? Смог. Ну ладно. Миксанул парочку раз. Харакири. Да, на самом деле, не знал, что я буду с ним делать. Мог, ну, думаю, вот фаталити слишком банальных. Другое фаталити, которое... Стейдж фаталити. Ну, мог стейдж фаталити выполнить. Бруталити тоже мне не хотелось сделать. В принципе, я доволен, что он харакири сделал. Ты выиграл, Шаокана больше нет, ты чемпион смертельной битвы. Интересно, есть концовка? Нет, концовки нет. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Надеюсь, то, что вам понравилось. Надеюсь, то, что вам понравился геймплей мой. Вот. Надеюсь, что вам зашло это видео. В общем, всем спасибо. Всем пока.